Всем привет, всем привет! С вами Шмыга. И это игра под названием The Great Perhaps. Мы с вами. Значит, смотрите, мне написали, что я затупил и не понял, для чего здесь это нужно. А именно вот эти яблоки, которые мы с вами собрали, мне написали, что нужно. Значит, тут есть эти мухи. Да? Мухи. Ой, не, подбери. А, нет. А вот они сейчас должны на них, ага. Уже они должны на них. Так, и мы можем дойти вот до сюда. Разломать вот эту какашку. И здесь у нас будет цветочек. Цветочек, который мы подбираем. Мух мы не трогаем. Уходим. И уходим к медсестричке, которая шашни мутит с этим. С охранником, который сторожит там эти ключи. Вот, собственно. Где-то здесь она ходит. Как я понял, короче, ей нужно на стол это положить. А, вот, не на стол, в вазу. Вот, и мы теперь ждем. Воу-воу-воу. А, все. Да. Так. Ах, какой цветок. Ох уж этот Гриша. Гришка-затейник. Иди ко мне, мой старый дурак. Ой, Ленка, ты это с чего? Ленка, Гришка, Ленка. Вы хороший человек. Вы хороший человек. Так, и теперь мы быстренько спускаемся. А, я же мог вообще на лифте спуститься, что-то я тупанул. Ну ладно. Побегаем. Ничего страшного в этом нету. Ну вот, а это, кстати, Ленка и Гришка вроде как. И закончились. И, собственно говоря, вот он наш ключ. Наш ключ, который отопрет, и все. Так, и сейчас. Вроде же все мы здесь, да, выполнили. Сколько я помню. Да. Такс. Налево я могу пойти? Налево я могу пойти. Ой, не-не-не. Понятно. Вы мертвы. Да, спасибо, я уже понял. Значит, что? Значит, идем по... Да, вот в этой сфере. Мужичок. Дверка горит. Можем в нее зайти. О, рычаг какой-то. Ага. Так, подожди, больше тут ничего нет у нас. Это хата. Ну, вроде да, ничего. Так, и получается... А, ага. Мы открыли этот козырек. По козырьку, короче, проходим. Тихо. Так, здесь антенки фигетные. Так, это нам не нужно. Так, здесь что у нас? Компа, что-то компа. Какой-то склад. Может быть. Вон что-то валяется. Подсвечу. Зачем мне эта книга? Зачем мне эта книга? Да, то есть пока не можем. Понял. Книгу пока не можем. Дверь повреждена. Я понял. Значит, пока не можем. Компас. Пока не можем мы. Книгу. Цепануть себе, да? Но ничего страшного. Страшно. Так. Подожди, у нас тут ничего нету. Save us, Cosmic Man. Спаси нас, космический человечек. Это я, типа? Эй, мужик! Стой! Не прыгай! А смысл?
Я одинок. Трачу жизнь в дурацком офисе. Если я исчезну, никто и не вспомнит. Да и мир все равно скатится в тартарары. Да, ты прав, наверное. Я вот из будущего пришел, и ты бы знал, что я там видел. Я думал, что мир можно спасти. Спасти души людей. Но с каждым днем я убеждаюсь, что их не нужно спасать. Они сами выбрали свой путь. Может, вместе прыгнем? Пожалуйста, не прыгайте с ним. Я тоже хочу мир спасти. Забавно. Но, честно говоря, у меня нет настроения для коллективного самоубийства. Знаешь, я даже роман об этом написал. Думал, это поможет. Выплеснуть все на бумагу. Но нет, людям это оказалось не нужно. Я в лишний раз убедился в том, что я простое ничтожество. Нет, хватит. Нельзя сдаваться. Подожди немного, не прыгай, ладно? Не стану обещать. Такой ветер... Может, мир меня сам убьет. Так, это, короче, писатель. Это, скорее всего, его как книг была. Можно спасти душу человека? Хотел бы я знать. Интересно, а у меня есть душа? У тебя, L9, точно есть. L9. Слушай, но... Мне кажется, на чердаке была книга с его портретом. Да, вот здесь была книга же его. Он ее подберет сейчас или нет? Это его роман. О! Его это может переубедить. Так, значит... Значится как? А я не понял. А, да, он был в этом. Угу. Побежали, значит, отдадим ему роман. Может, он не будет прыгать? Хрен его знает. Вот, я принес из будущего твой роман. Тебя ждет успех. Не бойся отнести рукопись в издательство. Что? Откуда ты его взял? Я же из будущего, помнишь? И там он издается огромными тиражами. Не могу поверить. Неужели это правда? Это точно не галлюцинация? Точно. Не прекращай работать. Людям это нужно. Да, ты прав. Нельзя прыгать. Спасибо тебе. И удачи. Как-то простенько, да, мы его переубедили. Какой странный человек. Я рада, что вы с ним не прыгнули. Не волнуйся, у меня есть дело, уже эта дверь повреждена. Так, а вот здесь не повреждена. И чего? А? Так. Паньк. Банька написано внизу. Было. И здесь банька. Да? Так. Заходим, значит. Значится, заходим. L9, куда мне теперь идти? Предварительный анализ показал наличие тоннеля. Ладно, разберемся. Наличие тоннеля? Дырко. Как правило, в дырку нельзя прыгать. Потому что ты умрешь. Горький опытом. Я научен горьким опытом. Подожди. Валялось? Может быть, тут что-нибудь валялось. А может быть, и не валялось. И хрен его знает. Дверь. Слушай, я так быстро пробежал. Подожди, может быть, здесь у нас... Тут закрыто? Нет, открыто, уйдем. Я вот здесь хотел посмотреть. Там-то ничего не валялось, здесь-то может что-нибудь валялось. О, вот это можно взять? Ничего не мигает, да? А здесь я могу открыть? И здесь могу открыть, хорошо. Так, она сказала, есть какой-то туннель. О! Это что такое? Это может пригодиться. Опа. Опа. А, да ладно, банк захватили. Резкое движение, и я стреляю. Крыса. Если вы хотите уйти отсюда живыми, то делайте, что мы говорим. Так, нам нужно спасти заложников, да? Зачем нам эта макака? Черт, надо как-то помочь этим людям. Так, мы можем спускаться, да?
А, два этажа, понял. Там закрыто, там. Ой, не, это я туда сразу попадаю, подожди. Умри. А я успел? Так, значит, нам не сюда. А, он здесь охраняет этот. Так, понял, подожди. Тогда давай вниз спустимся. Фак. Он открывает там этот. Пожалуйста, приди. О, охранник связан. Нужно его развязать. А, спасибо огромное. Я уж думал, нас убьют. Этого оставь мне. У меня с ним личные счеты. О, да ладно, он его будет голыми руками фигачить. У него уже автомат, в смысле, заяц, упс. А куда он ему, куда он ему дал, что он так упал сразу? А ты мне больше ничего не расскажешь? Как же мне пройти к тоннелю? Этот тоннель ведет прямо в жилой квартал. Нужно избавиться от этого завала. А, у них была это. Подожди, а этот чувак мне ничего не скажет, стой. Ты мне ничего не скажешь? Ты мне ничего не скажешь, понял. Так, а у него больше ничего... А зачем эта макака? Что она делает? Ладно, пойдем тогда наверх. Пойдем тогда наверх. Ага. Пак. А, я вот здесь могу попасть, наверное. Нет, не могу. Тут вообще ничего нету. Ух, ё, умри. А это что такое? Какое необычное растение. Анализ показал наличие сильных снотворных веществ. А я типа сейчас засну? Не без сознания. Ну я же нажимал на кнопку, это... Чё ты мне врёшь, что? Алё, пс. Чё ты меня обманываешь, упырь? Зачем мне эта макака? Я чё-то не очень понял. Подожди. А, мы здесь уже. Так. Он сейчас его вырубит, да? Этого чувака. А, он уже его вырубил. Так, понял. Значится, что? Значится... А, подожди, мы, может быть, на третьем что-то найдем? А нет, мы тут мартышку. Так, сейчас, подожди. Ага, я могу не трогать это говно. А как это сделать-то, подожди. Он без сознания. Так, он без сознания, его нужно как-то... Так, блин, не понимаю. Сейчас, подожди. Мне нужно, может быть, этого вырубить с помощью цветка? Что будет это говно делать? Ага. Так, сейчас, подожди, выкини это говно. Можешь выкинуть это говно или нет? Я могу цветок взять? Какое необычное растение. Анализ показал наличие сильных снотворных веществ. А я могу его взять... А, могу, все, понял. Теперь. Сейчас он отвернется. О! Так.
После активации у вас будет 10 секунд. Постарайтесь не убить нас обоих. Так, ну мы не будем сейчас ее активировать. Зачем мне мартышка, не понимаю. Ой, а почему мы умерли? Нет. В смысле? А почему я умер? Что за бред? Так, подожди. Ага, все упали. Охранника я могу? Не могу, короче, пока. Охранника спрости. Не понимаю. Так, ну ладно, пойдем тогда возьмем этот мартышка. После активации у вас будет 10 секунд. Постарайтесь не убить нас обоих. Не знаю, зачем мне мартышка, короче. О, ладно, пойдем, мы можем разрушить это говно. Так. Вот сюда, да? Этот тоннель ведет прямо в жилой квартал. Можно избавиться от этого завала. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Бум. Отлично. А зачем мне мартышка-то нужна была? Блин, никто ничего не объясняет. Может быть, людей надо спасти? Или не надо их спасать? Мне мартышка тогда. Ну ладно. В общем, прошли. Так, выхода нет. Ваше сердцебиение участилось. Все в порядке? Да, это мой дом. Спасибо, Элнайн. Обозначить следующую точку на карте? Нет, я надеюсь, не придется. Так, это мой дом, типа, да? Черт, почему он перестал работать? А перестал работать этот, мой этот? Ой-ой-ой. Я знал этих людей. Мои соседи. Неужели все закончилось настолько быстро, если их портреты до сих пор тут висят? Опять эта тварь. Ёб твою мать! Она выследила меня. Беги, сучка, беги! А что делать? Работай, ну работай же! И я прыгал! А она еще и Цой жив, а она еще и... Это что за говно? Зачем ты взял? А, понял! Ну быстрей же, ёпть! Бляха, догоняет, падла тварь. Да быстрей ты, сучка! Че такой медленный? Тихо. А, толкай. Толкай. А быстрее можешь толкать? Ну это нечестно, блин. Не, хрен. Ну понятно, блин. А чё так медленно толкаешь-то? В космосе лучше, чем на этой улице. Так, мы прыгаем. Тут что-то нужно... А, банку схватить, чтобы лестницу забить. Понял, так. Чтобы лестницу сбить. Ну, давай быстрее, пожалуй, бежали. Блин, ползет, падла. В смысле, ну, идет. Блин, как долго ты, конечно, делаешь эти упражнения, а? Собака. Че, и музыка напряженка такая, да? Ну, давай. Лестница.
Нужен ключ, какой ключ? О, от Пирамбо этой темы. Ну беги! Да что ж такое? Работай, черт тебя дери! Только не сейчас! Да, наконец-то! Ух ты! Настоящий космонавт! Это не то время. Дядя, а вы уже были в космосе? Да, малыш. Был. А возьмите меня с собой! Я уже все уроки сделал, ну пожалуйста! К сожалению, я не могу тебя взять с собой. Это был я. Все это время это был я. Их здесь нет. Может, они все-таки пережили этот шторм? Так, соображай, что теперь делать? Неподалеку есть военный научный центр. В нем должны были сохраниться черные ящики с записью сейсмической активности. Да, отличная идея, Элнайн. Я могу попробовать закинуть их в прошлое, предупредить людей. Спасибо, Элнайн. Что бы я без тебя делал? Скорее всего, умерли бы. Но ничего, мы в одной лодке. Маршрут построен. Кратчайший путь через оранжерею. Интересно. А я бегать умею, нет? Почему я бегать не могу? Так. Оранжерея. Иронично. Человек пытался прибрать к рукам флору и фауну. В итоге на Земле осталось все, кроме самого человека. Если бы не этот шторм, каким бы все было? А может, в масштабах Вселенной человек и был губительным штормом? А теперь все именно так, как должно быть? Какой тогда вообще в этом смысл? Самый ужасающий факт о Вселенной не в том, что она враждебна, а в том, что она безразлична. И все, о чем вы говорите, не имеет никакого смысла. Что было, то было. Нужно научиться принимать это и даже любить. И только тогда жизнь обретет смысл. Ну да, наверное, ты прав. Так, бегать можем, все можем. Ну, депрессивняк такой, да, в том смысле. О, отлично! Вы привезли навоз. Наложите его у входа. Что? Нет, я просто хотел... Мне некогда спорить. У меня куча дел. Навоз надо найти, да? Уф, вот уж действительно триумф природы. Вот этот навоз, да? У двери, у какой двери? Вот у этой двери или у той двери? Я кинул или не кинул? Ай, я дурак, мне нужно же в том времени вкинуть, а не в этом. Туплю. Он мне не дает кинуть навоз, прикинь. Может, это не навоз? Ладно. Так, есть дверь. А, такой большой ботанический сад. Ой. А, полить нужно вот эту какашку, понял. Так, мне нужна лейка. А, вон там чувак, короче, и ключ у него, понял. Так, а здесь что у нас? А, лейка там была, да? Лейка там была, это точно. Так, здесь ничего нету, да? Удобрение. А вот это что такое? А, непонятно, что. Окей.
Лейка какая-то. Подожди, мне, может быть, нужно собрать что-то в лейку, да? А как это сделать-то, подожди? Не, он просто типа собирает. А, тут подожди. Удобрение. Можно прочитать про удобрение чуть? Зелено-красный, синий, сиреневый. Понятно. Так, ладно. А где этот дядька-то? Что за навоз ему нужно положить? Любимчик. Я назвал его Карл. Специально для таких, как вы. Его научное название вам все равно ничего не скажет. Я для него изобрел особую формулу. Он ее просто обожает. Ну ладно, вам незачем это знать. Так, Карл. Нужен ключ. Ну ключ это, а что за формула? Карл там, вон, опасный Карл. Уже стал. Слышь, ну формулу дай, слышь. А, вот он ушел. Вам сюда нельзя. Идите давайте, идите прочь. Черт, какие же ингредиенты он использует. Так, красненький. Положил красненькой. Черный, красный, черный. Красный, черный, так. И зеленый. Красный, черный, зеленый. Ой. Ну да, зеленый. Ну, желтый, типа. А, и все? И он пошел поливать его, да? Ага, так. Теперь мы. А, мы не в той вселенной. Или в той вселенной. Мы не в той вселенной. Значит, красный. Не, подожди, а возьми эту-то. А вот ты положил красный. Да ёптель, я не понимаю. А как я мне взять вот эту хрень, лейку? Как лейку взять? О, выкини лейку. Во, так. Красный. И зеленый. Но зеленый у нас вот здесь. А, нет, подожди, не такой он использовал. Вот такой он использовал. Ну, пойдем попробуем. Это ведь тот самый его малыш. Да, и он обнимает своего создателя. Как мило. Грустно, но мило. Че, не то? Не то, походу. Блин, ну давай еще раз последим за этим упырем. Я же вроде все правильно сделал, нет? Давай, короче, вот здесь подождем, просто... Так, давай лейку тогда поставим. Просто я не понимаю, как смешивать-то эти штуки.
понимаешь? Вот так. Так, вот этот дед ставит чайник. Красный. Так. Черный. Желтый. И идет плевать, я же то же самое сделал. Так, еще раз. Вот куда он это положил, я не понимаю. Ты понял? Вот он смешивает это, короче, или нет? Короче, я не понимаю. Ну, то есть ничего не меняется в этой лейке. Нужно как-то... Слушай, а может быть в момент, когда он лейку тут это... Я не могу его лейку... Сколько раз вам повторять? Вон из моей лаборатории! Да я понял, понял. Какие же ингредиенты он использует? Да блин! А нельзя у него стащить эту лейку, да? Черт, какие же ингредиенты он использует? Да я ингредиенты, я понял, красный, черный и этот, желтый. Почему? Подожди, может быть он как-то там по-особому ему... Да не, он просто кладет в этот и забирает. Ой, ёптель, я извини, извини. Идите, давайте, да, 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 да. Черт, какие же ингредиенты он использует? А подожди, а вот здесь он. А зачем вот эта тогда зеленая херобора, если он ее, может потом в конце типа? Нет, чем он в конце не впихивает? Так, ставим сюда, правильно? Нет, подожди, он должен положить ее туда. Как это сделать, я так не очень понимаю. Положить нужно в чайник. Положил? Ну, видимо, да, я не знаю. Так. Ну
Не, я не знаю, короче, ребят. Я на этом все, да, заканчиваю, тоже закончу серию. Если вы что надо дальше делать, пишите и прочитаю, пройдем дальше. Пока что не понимаю. Всем спасибо, с вами был Шамыга. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо, всем пока.